Стрельба в Великобритании. Погибли 6 человек. По словам очевидцев, злоумышленник выбил входную дверь двухквартирного дома и выстрелил в женщину и ее дочь. После стрелок направился в парк за домом и открыл огонь по людям, выгуливавшим собак. Мотивы преступника неизвестны. Расследование инцидента сейчас продолжается. В полиции заявили, что не считают случившееся террористическим актом. Отмечу, в Соединенном Королевстве один из самых низких показателей убийств с применением огнестрельного оружия в мире. Это был первый массовый расстрел в стране за последние 11 лет.